конце концов, Барри не мог выстрелить Сару, и они оба это знали. Как только у него не осталось шансов догнать Уэйка, Барри опустил пистолет и сел на пол, руками закрыв лицо от беспощадного сияния ярко освещенной комнаты. «Думаю, я его больше не увижу», — сказал он слабым голосом. Сара не могла на него сердиться. Кроме того, возможно, он был прав. Нью-Йорк, 2 года назад. Что, теперь даже разговаривать со мной не будешь? Но утром я сердилась, потому что ты сказал, что вернешься в полночь, а заявился в 7 утра, отрубился посреди кухни. Но сейчас ты успокоился, ты злишься? Эта проклятая поездка, все пошло кувырком. Дорогой, все почти закончилось. Мы вернемся к нормальной жизни, и ты снова будешь писать. Мне жаль, милая. Алан, у тебя путаются мысли. Просто прими душ, возвращайся в постель, ладно? Да, ты права. Да потом мы едем вместе в отпуск. Только ты и я отдохнем спокойно. Bright Falls, настоящее. Каким-то образом щекунчик погиб, стал как ключ от дома. Чтобы спасти Элис, мне надо было вернуться. Я возвращаюсь на озеро, чтобы покончить со злом. Закончу рукопись, и все вернется на свои места. Почему ты можешь писать прямо здесь? Последняя страница осталась в машине. Сначала надо ее прочесть. Необходимо сделать все точно по правилам. Зейн пытался срезать пару углов и жестко поплатился. Ладно, когда выступаем? Прости, Сара, но мне придется пойти одному. Барри, возьми ее пушку. Мисс Уивер, закройте дверь. За мной. Да ладно, чё ты? Ты плохо пахнешь. Удачи. Увидимся. Да все нормально с ним будет, ясен. На улице было тепло и солнечно. Я нажал на кнопку щелкунчика. Это ли стало причиной? Я вновь задался своим вопросом. Пока светило солнце, надо было добраться до озера. На странице Зейна я стоял на краю озера Колдро и собирался нажать на кнопку щелкунчика. Туда я направлялся. Выпусти-ка этого. Сука. Блин. Паскудная твоя рожа. Что-то вас зажало. Они сползли, походу. Вон страница, видишь? Тачка. Да, погнали.
Ладно, вот здесь можно бы спрятаться. Передохнем. Так, вот здесь. Спокойно. Спокойно. Закрыто. Этот. Засранцы. Отворять, я чуть сзади приехал. О! Значит, в комнате Нантагео сидел тут он, когда не бегал за мной. Ёпты дрик. В комнатку, в комнатку. Ага. Они ничего не могут сделать против закрытой двери. Нет, сука. Не в этот раз. Судя по рукописи, за росписью в журнале, Нантигейл тут зачастую. Так, дробовик. Ну давай. А, ну наверное мощно будет выносить. Здесь что? Ага. Чисто. Давай в тачку и дальше. Надо двигать. Прочь отсюда. Сучий хрен. Фу-фу-фу, какая гадость. А, тут и не проехать, по-моему, никуда. Что, так все прям? Сюда. Все, погнали вот сюда. Нет уж. Спокойно. Какого черта? Вау! А я там пройти хотел. Эй! Ой! Ух! 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 Какого черта? Да сука, беги! Да беги ты твою налево! Алан, ёпты! Батарейках пойдем. Какого черта? Так. Вас-то мы тут не ждали. И? Холодос. Кто-то явно еще захочет подтянуться. Спокойно, он.
тебя вонючего. Дальше. Не страшно. Ща дойдет. Готово. Вот это паскуда. Я тоже рад тебя видеть. Так, тачка. Какой светлый автомобиль. Освещенный. Дай под задник. Да, конечно. Мне заняться нечем, что ли. Это так не пройти. Я понял. Все. Вот. Что это? Это чокнутая тачка. Так, пошли-ка вы в жопу. Или что это такое? Что тут светило, блин? Блин, она гонится за мной. Сарай. В сарае много света. Или что это такое, да? Фу. Зачем сюда пришел? Ой, это тачка. Сука, тачка бесится там. Давай он. Пусть попробует догнать еще. Да бегайте, сколько вылезет. Эй! Вап, блин! Да ёпта! Ребятки! С рукописью вам. Открывай. Батареек жопы жуй. Нормально подзарядились.
Hello. Hi. По баллону каждому. Она опять дышит. Лампочный маньяк такой. Ну, на свете, да. Всегда с фонарем. Ты вообще напугал меня. Придурок. Да, конечно. Ой-ой. Кстати, бульдозер такой подозрительный. Обычно такие подозрительные потом жопу откусывают. Добрый день. Йо. Вот это вот встреча чудесная. Но тут точно кто-то не будет добудет. На охотничье ружье. Не, давай так. Охотничье чё как? Ну давай. Попробуем поохотимся. Какие вы тут забавные. Аттракционы. Алан, тебе же нравятся аттракционы. Осторожно, холодильник. На кухню ночью не выходи. Он тоже может быть голоден. Да, бульдозер. Теперь вы тут стоите с опасением. Ну все, погнали. Ну а как же по-другому-то? Спокойно, бульдозер ушел. Заморыши пошли. Сучка. Так, он поднимается. Ты как-то, смотрю, не торопишься.
так протиснулись.